Завод «Рено» в России можно считать совместным проектом правительства Москвы и компании «Рено». Мы заключили соответствующий инвестиционный договор по развитию этой промышленной площадки. И я думаю, что ни компания, ни правительство точно не пожалели об этом проекте. Он год от года развивается, и сегодняшние 15 лет — это не просто формальность, что там вот какой-то юбилей, это действительно веха в развитии завода. И 1,5-миллионные автомобили — это не те автомобили, в которых вы начинали. Это совершенно другая машина. И очень хорошо, что вы в прошлом году, в этом году и в следующем году запускаете новые модели. И каждая модель, она на мировом, на самом лучшем мировом уровне. Несмотря на пандемию, компания продолжает вкладывать свои ресурсы, инвестиции. В этом году введен очень большой корпус, который расширил возможности завода. Спасибо огромной компании, что, несмотря на сложности, проблемы с различными кризисами, в том числе пандемии, продолжает завод работать, работает коллектив, выплачивается стабильная заработная плата, создаются новые модели. Что, позвольте вас поздравить, вручить вам почетную грамоту правительства Москвы. Спасибо за работу. Спасибо. Спасибо вам и вашему коллективу. Спасибо вам, Сергей Семенович. Я бы хотел сказать огромное спасибо за поддержку московского правительства. Это, конечно, совместный проект, совместный успех. И то, что мы развиваемся, запуская новые модели, это нам позволяет расти и развивать не только бренд Рено, но тоже автомобильную промышленность. Бренд Рено является самым локализированным иностранным брендом в России, и мы являемся тоже участником развития рынка глобальной мобильности. Мы тоже лидером в цифровой трансформации, одним из лидеров тоже полного цикла покупки онлайн. Даже мы в этом году предоставили доставку на дом автомобилей, поэтому как первый производитель. Спасибо огромное за поддержку. Ваши роботы работают не только на заводе, мы даже взяли несколько образцов для внедрения их в работу наших клиник, которые борются с ковидом. В частности, в коммунарке обкатываются роботы по доставке еды и других продуктов. Так что у нас еще и совместный проект появился. Спасибо огромное. Спасибо. Происходит вся обработка, полное изготовление линз, призм, зеркал. Это участок механической обработки. Региональная дорога, вообще площадью 6,3 километра. Построена подстанция «Промпарк». Она...
находится на этом корпусе реактора, у нас 143 точки контроля. Это значит, 143 раза мы останавливались, приглашали иностранного заказчика, который эту определенную точку изготовления принимал. У нас Тамаш, он лидер производства системы Росатом, которая была у нас, так называем ее, на входе. Наше предприятие – это первое предприятие зеленой энергетики, ветроэнергетическую станцию в Верхнедонском районе, это Казачья 1, и отгрузить продукцию в Мурманскую область. Процесс изготовления доски – это примерно около недели. С прессом мы получаем прямоугольный бланк, потому что сломал свою доску. Это форма будущей доски. Такая экспериментальная доска, мы назвали ее Unlocal Future Board. Каким-то делом более крупным, нежели просто увлечение.